Да? Вот сейчас смотри. Вот ты хорошо сделала. Рукой, правда, последний кадр забыла. Я тебе все положу. Раз. Два. А вот там большая медведица. Отойди от камеры, пожалуйста. Тебе нужно брать камеру. Нет, нет, иди сюда. Ты вообще тут стой, может, ну стой, чтобы посмотреть. А вот там большая медведица. Астрономы считают звезды на черном небе. И головы подняты вверх. А моя? Моя опущена вниз. Дальше. Дальше. Ты думаешь, это потому, что я не люблю тебя? Ты думаешь, что я сказала, что это потому, что я не люблю тебя? То, что я сказала... Нет, нет. Нет? Нет. Это потому, нет? Что ты считаешь... Я считаю желтые звезды. Нет. Нет. Это потому, что... Я считаю желтые звезды. Желтые. Кленовые листья. Я уходила. Я все вот это время, я надеюсь, это сняла, мне надо сюда посмотреть. Я все это время, что я делала? Уходила. Поэтому я не торопилась. Я ждала, что он все-таки скажет: Лара, давай мы снимем квартиру вместе и будем жить. Он не сказал, и мне осталось что сделать? Уйти. Уйти. Но ты еще наслаждалась этим. Да, так. Я потому что ждала, а вдруг? Я пыталась ему объяснить, что моя голова опущена вниз, понимаешь? Вот сделай мне сейчас то же самое, хорошо? Я постараюсь очень сильно. Ты можешь, просто проживи. Сделай так, чтобы он не останавливал, чтобы он тебя остановил в итоге. Понимаешь? Вот в этом все, вся фишка. Хорошо. Хорошо? Мы будем с ним останавливаться. Молодец, проживи этот момент. Давай. Желтые звезды на темном небе. Его голова поднята вверх. А моя опущена вниз. Ты думаешь, это потому, что ты сказал... Я не люблю тебя. Нет. Нет. Потому что я считаю желтые звезды, желтые кленовые листья. Черном ночном асфальте.